На Муз-ТВ стартовало новое тревел-шоу «Приехали». Премьерный выпуск посвятили столице Бурятии. Ведущим стал Дмитрий Красилов, известный по клипу группы Little Big на песню «Уно». Он прогулялся по площади Советов, а горожане рассказали ему о главных достопримечательностях. Также известный танцор успел посетить Датсан Ринпоче Бакша и шаманский храм. Мы в Бурятии, а если быть точнее, в ее столице, городе Улан-Удэ. Не обошлось и без гастрономических приключений. Ведущий приготовил и попробовал бузы, а еще успел станцевать йохор и поучаствовать в шаманском обряде.